Возьмем полимерную глину. Человечка из проволоки покрываем глиной. Подровняем. Запекаем фигурку. Готово! Куколка застыла. Рисуем купальник. Из розовой ткани смастерим платье. Бантик на волосы. Фигурка Кена. Вырезаем развертку. Именная этикетка. Прекрасный набор. Родители отдыхают дома. Кен за ноутбуком. Барби играет на пианино. Моя любимая кукла Кен. Жалко, у меня только ты. У меня скоро день рождения. Подарите мне куклу. Папа, пожалуйста. Хочу куклу Барби. Дорогой, сделаем Скиппи подарок? Поехали. Родители ушли в магазин игрушек. Нам нужна кукла Барби. Как раз последняя осталась. Какое везение! Родители поспешили домой на праздник. Гости уже собрались. Мы тебя очень любим. Держи, милая. Ура! Спасибо! Вы самые лучшие! Кэти, давай поиграем. Девочки играют с куклами. Праздник удался. Игрушечные пупсы. Рисуем глазки. Светлые волосики. Чудесный малыш. Бутылочка для кормления. Пластиковая деталь. Фрезер в деле. Замечательная игрушка. У Скиппи есть младшая сестричка. Ей очень нравится заботиться о крошке. Барби не нарадуется. У меня для тебя подарок. Игрушечный малыш Бэби Борн. Здорово! Сперва накормлю тебя. Баю-баюшки! Ты хочешь на горшок? Сестричка проснулась. Милая, покорми ее, ты уже умеешь. Скиппи счастливо заботится о младшей сестренке. Отличная машинка. Уберем сломанные детали. Все в розовом. Лобовое стекло. Стильное авто для куколки. Барби с дочкой в кафе ждут Кена. Вот и он на новой машине. Ух ты, какая красивая! Ой, крошка, подожди минутку. У меня кое-что есть для тебя. Машинка для моей Барби. Скиппи с Кеном играют с машинкой. Садись, прокатишься. Как весело. Семья отлично проводит время вместе. Сколько вещиц. Воздушный пластилин. Слепим голову фламинго. Нарисуем глазки. Чудесный круг фламинго для плавания. Их два. Для больших и маленьких. Семья отдыхает у бассейна. Кен пританцовывает под музыку. Пап, мне нужен круг. Выбирай. Я хочу красивый для себя и Барби. Милый, займешься? Конечно. Скиппи играет с собачкой и куклой. Смотри, что у меня есть. А для моей куколки круг есть? Кен позаботился обо всем. Спасибо, папуля. Девочка с куклой весело плавают в бассейне. Прекрасный семейный отдых. Как много разной обуви. Заднюю часть убираем. Разноцветные помпоны. Замечательные туфельки. В мамином гардеробе много красивых вещей. А вот и Скиппи. Примеряем платье. Красота! Еще обувь надо. Малышка выбрала туфельки на каблуке. Как мама в них ходит?
Милая, ты цела? Мама подарила дочке детские туфли на каблуке. Наденем шляпку. Скиппи – копия Барби. Кусочки картона. Собираем конструкцию. Укрепляем трубочками. Кровать – сердечко. Одеяло из пайеток. Ставим мебель в комнату. Целый набор для гостиной. Гардероб. Коврик из стразов. Горка. Великолепный кукольный домик. В нем есть все. Скиппи развлекается у себя в комнате. У нее очень много игрушек. Флаффи, хочешь играться? Ой, осторожно! О, нет! Песик сломал кукольный домик. Где теперь будут жить мои куколки? Кен услышал плач. Я сделаю тебе новый домик. Полная коробка инструментов. За дело. Последние детали. Принимай работу, Скиппи. Ух ты, он еще лучше того, что был. Песик пришел извиняться. Малышка не огорчается и играет в новом доме. Какой чудесный домик. Согласен, Флаффи. Подготовим куклу. Укоротим. Длинная шевелюра. Фен с расческой. Отличный манекен для причесок. Малышка пытается сделать себе прическу. Ой, запуталась. Скиппи, давай я сниму. У меня идея. На манекене можешь делать все, что захочешь. Начну со стрижки. Легкая асимметрия. А тебе сделаем удобный хвостик. У манекена тоже новая прическа. Пластиковая деталька. Срежем лишнее. Карандашик. Снимем грифель. Кусочек блестящего фоамирана. Синельная проволока послужит щетиной. Превосходная электрощетка поможет в гигиене рта. Барби читает дочурке сказку на ночь. И жили они долго и счастливо. Ой, зуб выпал. Положи его под подушку, и придет зубная фея с подарками. А теперь засыпай. К ней пришла фея. Для тебя я приготовила электрощетку. Фея обменяла зубик на деньги. Ух ты, подарки! Мама, фея ко мне приходила. Фея подарила мне зубную щетку. Почистим зубки вместе. Мне нравится. Распечатанные картинки. Раскрасим пазлы. Склеим. Вырежем по линиям. Соединим детальки. Развертка коробочки. Упаковка готова. Чудесное развлечение для детей и взрослых. Тетушка спешит к своей племяннице Скиппи. Я столько подарков купила. Об этих пазлах малышка мечтала. Поехали скорее. Кен и дочурка смотрят мультики. Привет, Барби. Приветик, Кен. Приветик, Стефани. Привет. Я так хотела эти пазлы. Тетушка с малышкой занялись делом. Последний пазл. Картинка собрана. Очень красиво получилось. Семья весело провела время. Листы фоамирана. Собираем детали. Пришиваем молнию. Розовые ленточки укоротим. Логотип Барби.
все вещички поместились. Очень стильный рюкзачок. Переносимся в школу, дети готовятся к занятию. Ага. Итак, начинаем. Все на месте? Не, Скипи еще нет. Я свяжусь с родителями. Простите, я немного опоздала. У малышки новый рюкзачок. Дети, доставайте свои книги. Малышка полезла в рюкзак, там одни лишь игрушки. Ого! Дети в восторге от игрушек Скипи. Школа – это не место для игр. Я заберу это на время урока. Миссис Ли играет игрушками. А детки повторяют уроки. Учительница точно вспомнила детство. Куколке попалось видео с пупсиком. Какой славный малыш! Время крафта. Заглянем в корзинку. Маленькое чудо. Примерим ленточку. Заплавим края. Вырежем кружочек. Добавим завязки. Очаровательная кроха. Малышка, пора баиньки. Сладких снов, красотка. Ничто не потревожит детский сон. Тише, тише, детка. Чего же хочет капризуля? Погремушку? Может, игрушка ее утешит? Точно. Берем чемоданчик врача. Захватим иголочку. Нужен колпачок. Обрежем часть. Капелька термоклея. Соска. Подкрасим водичку. Наполним бутылочку молоком. Пара бутылочек с молоком – сытный перекус для крошки. Держи, ты наверняка проголодалась. Приятного аппетита, детка. Маленькая Барби играется. Любишь погремушки? Кому-то пора сменить памперс. Проверим ящичек. Пусто? Сейчас исправим. Вырезаем детали. Остается маленький памперс. Склеиваем углы утюжком. Складываем памперс. Милый набор. Развертки упаковок. Пройдемся ножиком. Коробочка готова. Такого запаса хватит надолго. Еще пачка не помешает. Сложим в ящик. Одна пригодится прямо сейчас. Избавимся от старого памперса. Немного присыпки, чистый памперс. Теперь малышка готова ко сну. Сладких снов, крошка. Детки растут так быстро. Мне нужна кроватка побольше. Брусок готов. Наносим термоклей. Чудесное изголовье. Полоской фоамирана обклеим каркас. Кроватка идеального размера. Барби, твое желание выполнено. Малышка растет. Вслед за ней меняется комната. Чего-то не хватает. Последний штрих. Тут можно спрятаться. Мягкий матрас. Ю-у-у! Деревянные палочки. Склеиваем. Выстраиваем детали. Каркас готов. Сиденье из ленточки. Закрепляем термоклеем. Готово. Пуговки. Послужат колесами. Получилась прекрасная коляска. Барби заскучала. О, мобиль детский. Здесь точно что-то найдется. Пойдемте в парк. Упс, все валится из рук. Держи коляску для куколки. Вау, как удобно. Ух ты, бассейн. Барби, с днем рождения.
Спасибо. Вперед, на горку! Приветик, Лалилу, я стала старше. Подберем новый лук. Нарежем. Получилась юбочка в складку. Шаблон бомбера. Детали готовы. Добавим манжеты. Вау, я буду самый стильный. Чем бы заняться? О, детки, буду за вами присматривать. Прячемся! Прятки? Окей. Я вас нашла. Сыграем в новую игру. Окей. Я страхую. Ты молодчина. Появились прямоугольники. Согнем пополам блок страниц. Нанесем термоклей. Вырежем детали. Обклеим обложку. Тягучий слайм. Нанесем термоклей. Вырежем. Обложка со слаймом. Соберем блокнот. Такой приятный. Дневничок для секретных записей. До завтра, Барби. Пока-пока. А мне нужно еще кое-что записать. Любимый блокнотик. Неужели это Кен? Какой красавчик. Сохраню его фото на память. Барби и Кен – любовь. Как думаете, повстречает ли Барби своего Кена? Пишите в комментариях. Что же выбрать? Единорожка. Отрезаем лишнее. Запрягаем единорога. Барби готова к соревнованию. В Барби-ленде начинаются скачки. Хобби-хорсинг. Я приду к финишу первой. На старт. Внимание. Марш. Ого, какая скорость. Начинаются преграды. Я справлюсь. Барби все перепрыгнула. Умничка. Это рекорд. Чемпионке достается кубок победителя. Это большая честь. Спасибо. Сколько шариков? Красим в серебро. В проигрывателе ненужная пластинка. Диск. Наносим клей. Выкладываем мозаику. Голографический шар. Вставляем булавку. Дискошар создаст праздничную атмосферу. Ах, скукотища. Барби, украсим его. Yeah. Отличная мысль. Теперь это дискошар. Подвешиваем. Соло-вечеринка. Ау, доставка пиццы. У тебя так круто. Оставайся, будем веселиться вместе. Круто посидели. Что по телеку? О, реклама. Была вечеринка? Не забыли об уходе? О, палочка термоклея. Отрежем. Кусочек деревяшки. Приклеим дозатор. Пенка для умывания бережно очистит кожу. Теперь пенка для лица доступна к заказу и в мини-версии. Что? Зачем мне умывалка? Моя кожа идеальна. Срочно нужна пенка. Держи. Ух ты, спасибо. Я вся в пене. Вау, какой эффект. Песик, какой цвет? Розовый. Перекрасим шерстку. Милашка. Возьмем шнурочек, отрежем полоску фоамирана. Подвесим карабин. Удобный поводок позволит выгуливать песика без рук. Вперед на прогулку. Барби отдыхает с собачкой на набережной. Мимо прогуливается Кен со своим питомцем.
Стой, Джесси, не тяни. А, куда же ты? Пёсики запутались поводками. Забавные. Кажется, они понравились друг другу. Мисс, спасибо, что помогли справиться с Джесси. Она так прекрасна. Подготовим эко-кожу. Склеим блестящий фоамиран. Сложим каркас сумочки. Украсим уголки фурнитурой. Стильный аксессуар дополнит любой лук. Ах, ну кто же звонит? Ой, это Кен. Да, милый, свидание. Буду через 20 минут. Скорее собираться. Мне все это нужно. Поправим прическу. Любимые духи. Гламурная сумочка. Здорово, что в нее все поместится. Мне пора. Пожелайте удачи. Полимерная глина обретает силуэт куколки. Дополним комплект лифом. Формируем текстуру чешуи. Ленты превращаются в пастельные локоны. Разноцветная русалочка привлечет внимание любого ребенка. Мама с девочкой вышли на прогулку. Я отдохну на скамеечке. Поиграешь немного одна? Конечно, мамуля. У меня с собой новая куколка. С ней не соскучишься. Попробую забраться повыше. Доченька, осторожно, там высоко. Девочка отвлеклась и... О нет, куколка выпала из рук. А, она тонет. Что же делать? Мама подошла утешить малышку, и тут началось волшебство. Куколка превратилась в настоящую русалочку. Наконец я вернула свой облик. Как приятно вновь поплавать. Крошка, не пугайся. Я счастлива пообщаться вживую. Мне пора. Магия ослабевает. Русалочка нырнула в фонтан и снова стала куколкой. Изумленные мама с дочкой замерли. Волшебство или жаркое солнце? Остается только догадываться. Кружочек полимерной глины обрел форму цветочка и разделился надвое. Запекаем и шлифуем половинки. Придаем глянец, а сверху милый единорожек. Йо-йо так весело ловить! Молли и Джордж прогуливались улочками Лалитауна. Оу, им навстречу как раз идет Синди. Ребята, посмотрите, что я захватила. Ого, что это за штуки? Йо-йо, не пробовали? Это подарок. Вау, они классно возвращаются в руку. Можно делать разные трюки. Друзья так заигрались, что буквально позабыли обо всем. Теперь йо-йо всегда будут в их рюкзаках. Скатываем воздушный пластилин. Вау, это собачка-робот. Вот ее ушки. Киберигрушка сверкает металлическими вставками. На мордочке механические глазки. Дай лапу, робо-дружок. Малышка никак не может проснуться. Робо-песик спешит на помощь. Он ловко взбирается на кроватку и облизывает личико хозяйки. О, малыш, рада тебя видеть. Чудесное утро. Поиграем? Смартфон поможет активировать команды. Кувырок? Вау, класс! А теперь лови мячик. Умничка. Эх, пора в школу. Увидимся вечером. Начинается настоящая магия. Кусочек полимерной глины обретает форму куколки. Нарядим ее в корсет и синие джинсы в горошек. На плечи наброшена пушистая шубка. Распущенные ленты завиваем в локоны. Какая стильная куколка! Для нее подготовлена особая коробочка. Кто же станет ее владельцем? В магазине игрушек столько интересного. Вау, сколько здесь всего! Хочу все!
Девочка взяла Поп-Ит, куколку Лол и много всего. А это что за красотка? Девочка даже выронила все игрушки. Мама, хочу только ее. Это Барби Экстра, последний экземпляр. Берем. Спасибо. Играй с удовольствием. Фигурные дыроколы пробежались по картону. Милые фигурки. Собираем кубик. Раскатываем пласт полимерной глины и вырезаем по шаблонам фигурки. Они ловко запрыгнули в куб. Мама уделяет много времени воспитанию малышки. Сегодня у них особенное задание – обучить крошку сортировать предметы. Смотри, зайка, это сердечко. Для него есть такое же отверстие. А теперь попробуй поместить внутрь бабочку. Первая попытка мимо, вторая тоже не туда. Но рассмотрев кубик, девочка обнаружила бабочку. Сюда, все верно. Yes. Ура, получилось. Отрезок трубочки наполняем термоклеем. Закрашиваем вверх и добавляем этикетки. Воздушный пластилин и глиттер, что же получится? Догадались? Точно, набор для изготовления слаймов. Станьте профи в этом мастерстве. Для хобби детишек оборудована целая лаборатория. На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с чудесами химии. И мы попробуем сами создать настоящий слайм. Oh, wow. Ух ты! Вау! Wow. Впереди путешествие в мир науки. Первой вызвалась отличница Кэт. Под руководством педагога она смешивает ингредиенты в мисочке. Давай, давай, все получится! Поддерживают одноклассники. Кто хочет испробовать слаймы? Ребята выхватили по кусочку. Девчонки, смотрите! Какие молодцы! Будущее химии! Стираем прошлый макияж, рисуем голубые глазки, розовые губки. Половина туловища с головой. Что же дальше? Опустошаем коробок, тонируем в желтый цвет и внутреннюю часть в лиловый. Нежная коробочка от глиттера установлена сверху, а завершает композицию куколка с чудесными пастельными волосами. Нанизываем бусинки на проволоку. Сережки готовы, а ошейник песика превратился в пару мягких резинок. Заколки с розами позволят создать новые прически. Дадим волю фантазии. В салоне Леди Бониты постоянно проводят мастер-классы. Hey. Вы по адресу? Специально для моих учениц салон закупил самые классные манекены. Ух ты, сколько украшений! Oh, wow. Используя необходимые аксессуары, каждая девочка создала для куклы свой стиль. Вы так похожи с куколкой! Сделаем общее фото. Цветочек из воздушного пластилина объединился с кружком. Вау, взгляните, это же милый осьминог. Благодаря присоскам он ловко цепляется за скейт. Лулу – юная скейтерша, а кто же рядом – лучший друг осьминожек. Негоже игрушкам скучать дома, будем развлекаться вместе. Вау, вот это трюк! Девочка перепрыгнула через куст. Какое мастерство! О нет, кто бросил здесь камень? Досадное падение. Улыбочка осьминога сменилась угрюмой гримасой. Но что это? Неужели мыльные пузыри? Точно, сегодня в городе ярмарка веселья. Это оттуда. Пойдем, дружок, не время грустить. Мы должны успеть на представление. Юху! Посторонись, мы спешим навстречу приключениям. Раскатываем глину скалочкой. Придаем форму синтезатора. Клавиши скоро зазвучат в мелодии. Динамики и панель управления на месте. Покрываем прозрачным лаком. Ждем новых треков от юных музыкантов. Малышка Лулу проснулась в своей комнате. Ура! Настал мой день рождения! Родители уже подготовили подарки. Но главный сюрприз – детский синтезатор.
Едва прозвучали первые аккорды, воображение перенесло крошку на сцену шумного концерта. Сегодня она звезда. Ее мелодии заслушиваются все знаменитости. И вот фанат выносит букет цветов. Это признание. Сыграем песню вместе. Мечты девочки сбылись. Скатываем шарики и сплющиваем вместе. Теперь они нужного оттенка. Формируем тельце куколки. Надеваем на нее длинный розовый тренч. Идеальная укладка. Рисуем глазки. Красотка Лол Твинс хочет поиграть с детками. Выходной – время для совместных игр. Девочка окружена прекрасными куколками. Мама, а давай устроим настоящий показ мод для моих кукол? Конечно, малышка, буду рада тебе помочь. Мама нашла настоящую сцену. Да начнется шоу! Первая модель – куколка Винкс. За ней выход Анны. А кто эта очаровательная красотка? Неужели кукла Лол Твинс? Именно она. Мама умиляется игрой доченьки. Оу, кажется, у нашей красотки появился поклонник с букетом цветов. Спайдермен подхватил куколку, и они улетели на романтическое свидание. Семья хихикает. Какой чудесный вечер! На заводе Лалилу происходит секретное производство. По конвейеру движется брусочек полимерной глины. На первом этапе грубый брусок обрел изящные формы. Еще один этап. Теперь у куколки прибавилось деталей. Волшебные кисточки завода Лалилу окрасили фигурку особыми красками. А стоило опуститься магическим пропеллером, как фея получила способность полета. Производство завершено. Лети к нам в упаковку. Crystal Flyers – удивительное и очень хрупкое создание. Мелисса отложила долгое чтение ради новенькой игрушки. Ох, я так долго ее хотела! Первый запуск прошел успешно. Мелисса руководит полетом ладонью, а фея беззаботно порхает и вылетает на улицу. Скорее, нужно ее найти. И вдруг жужжание моторчика. Лопасти задели цветочек. И фея вернулась к девочке. О, ты принесла мне подарочек. Вау, сколько силиконовых трубочек. Нарезаем колечки. Собачка-шарик сдулась, оставив резиночку. Пара присосок готова. Разместим их внутри кольца. Щелк-щелк, снаперс работает. Джесси очень нервничает перед экзаменом. Ох, как собраться. Выпей водички, это просто тест. Но нет, водичка бессильна. Вот, держи снаперс, он помогает сосредоточиться. И правда, сработало. Джесси спокойно заполнила тест. Ты умничка, высшая оценка. Thank you. Ох и непоседы эти полимерные червячки. Лепим из него мордочку с язычком и острыми зубками. Носик. Крупные глазки и два торчащих уха. Никого не напоминает? Отправим Стича на запекание. Держи колу и зонтик. В духовке жарковато. Ох, припекло! Скорее спасать Стича. Фу, едва выбрался. Подкрасим озорнику ушки. За ним нужен глаз да глаз. Лили – большая фанатка Лила и Стич. Каждый раз перед сном девочка читает одну книжку. Эх, был бы Стич настоящим. Пора засыпать. Чмоки, моя прелесть. Что это за возня на тумбочке? Неужели Стич с портрета ожил? Немножко похулиганил и улегся Лили под бочок.
он запропастился? Ну, конечно, под подушкой. Я верила, Стич настоящий. Будем дружить, малыш. Конечно, ты мой новый друг. Загибаем каркас крыльев. Вау! Колготки Лол притопали в руки Лалилу. Обтягиваем заготовку. Блестки, больше блесток. И страз, и звездочек. Обматываем шпажку. Прекрасный выбор. С ней магия сильнее. Пластиковое колечко и стразы сотворили чудесное украшение. Набор маленькой феи способен подарить чудо. Гвен – настоящая фанатка фей. И вот у нее выпал зуб. Но девочка только обрадовалась, ведь задумала хитрый план. Зубик для феи готов, а Гвен, накрыв подушки, спряталась в шкафу в ожидании зубной феи. А вот и она. Я знала, я знала. Я самая преданная поклонница фей. Моя мечта увидеть настоящую фею сбылась. Когда вырасту, хочу стать такой же, как вы. Я очень тронута. Но помни, никому нельзя рассказывать об увиденном. Это будет нашим секретом. Договорились? Yes! А в благодарность она наколдовала для Гвен набор юной феи. Мне так идет. Спасибо. Эх, как мило. Растет новое поколение. Кружок черного велюра стягиваем ниточкой. Наполним синтепоном и готово. Мордочка из светлого фетра. Носик и глазки, алый бантик в горошек. Как мило. Надеваем красную юбочку. Что за прелесть? У Айрис и Марка свидание в парке аттракционов. Взгляни, какие милые. Yes. Рад видеть новых посетителей. Hello. Правила таковы. Нужно сбить кегли. Победитель получит мягкую подушечку Цум-Цум. Wow. Айрис берет мяч, прицеливается и... Ouch. Ой, мой глаз! Упс, неловко вышло. Любимая, теперь моя очередь. Okay. Марк прицеливается и... Ура! Победа! Thank you. Айрис – счастливая обладательница самого красивого Цум-Цумика во всем парке. Из белой полимерной глины магия Лалилу создала миниатюрную крошку. Розовый костюмчик ей к лицу, воздушная юбочка, милый бантик – все, как у ее старшей сестрички. Крошка Китти просто прелесть. Тони отпустил жену на маникюр и тут же об этом пожалел. Папа никак не может успокоить малышку Хелен. Капризная детка отказывается даже от бутылочки. Погремушка не спасает. Тони отчаялся. Пора звонить Кейт. Дорогая, что с ней делать? Дай ее любимую игрушку. Но где ее найти? Папа обшарил всю комнату. Ох, ну вот же она на комоде. Как можно не заметить? Упс. Я честно не видел. Странно. Получив игрушку, доченька сразу успокоилась. Плач сменился звонким смехом. Какая все-таки она хорошенькая. По легенде, Лалалупси-принцесса была сшита из лоскутка платья настоящей принцессы. Но Лалилу разрушает мифы. В умелых руках мастеров из кусочка глины получилась крошечная куколка Лалалупси. Какое очаровательное создание! Семья Джонсонов отправилась на пикник. Малышка Люси никогда не расстается со своей любимой куколкой. Пикник должен быть для всех. А пока мама с папой заняты, поиграем в сторонке. Люси, обед, иди к нам! Где моя кукла? Пропала! Папа! Ее нигде нету! Папа отправляется расследовать это дело. Так-так, кажется, нашел грабителя. О,
Ура! Ты самый лучший папочка на свете! Полимерная глина разделилась на пару фигурок. Что за чудеса? Девочка и мальчик, отправляйтесь переодеваться. У девочки белоснежная корсетная боди с золотой каймой и белые туфельки. Из атласной ленты создаем пышную юбку. Наносим макияж, наращиваем волосы, а на макушке обруч с роскошной фатой. Вау! За это время жених тоже успел привести себя в порядок. Парочка молодоженов заняла свое место в коробочке. Довольный Стюарт идет через парк. На скамейке его уже ожидает девушка. Hello. Николь в предвкушении. Неужели это подарок для меня? Конечно, дорогая, разворачивай скорее. Оу, это же Барби-невеста и жених Кен. Стюарт, что за странные подарки? Посмотри, что там в комплекте. Okay. Записка? Выйдешь за меня? Как мило, ты такой романтик. Николь ответила согласием. Парочка счастлива как никогда. Сыграем в Уно. Чур, Лалилу раздает карты. Так-так, что мне попалось? Ау, да-да, вы. Меня не позвали. Упс. Упс, крошка Джесси. Тебе нужны карты поменьше. Колоде нужна упаковка. Собираем. Скорее разыграем партию. Ага. Джесси с другом Кирком играют на заднем дворе. Детишки балуются и веселятся как могут. Вдруг друзья обнаружили настольную игру. Партия в Уно успокоила сорванцов. Ничья! Победила дружба!